Производство TVE. Группа EDB. Тибурон де анимасьон. Эдебиты. Попались. We've almost got it. Почти вышло. Какой темп мы устанавливали? Который час? Поздно. Сегодня крайний срок, а эти диатомы... Ты закончишь вовремя и выиграешь в конкурсе. Может, я помогу? А компьютер Бет починю потом. Если они выиграют, то поедут в путешествие. Это не такой конкурс. Если выберут их проект, они получат деньги, чтобы закончить свое исследование. И ты сможешь увидеть больше рыб и диатомов. Так? В рыбе, которую изучают мои родители, есть что-то, что позволяет ей не замерзать, плавая в ледяных водах Антарктики. Эти свойства могли бы сохранить сердца или печени для пересадки. Это поможет спасти много жизней. Что делает Мэнди? Когда же мы вернемся в нашу камеру? Она снова разговаривает со своим невидимым другом. Мы просто посетим конкурсный компьютер. Только посмотрим, много ли проектов там представлено. Через наносекунду вернемся. Если идете, будьте осторожны. В понедельник навестим ее друзей в городе. Босс! Босс! Думаю, я поймал. Я не думаю, что стоит замерзать, чтобы выиграть в каком-то конкурсе. Благодаря свойствам этих рыб мы сделаем революцию в мире мороженого. Нам заплатят миллионы за исследования. Может быть, есть что-то другое, что можно исследовать? Что-то потеплее? Если рыжий из базы Пангея работает над этим, значит, это что-то важное. Мне казалось, для участия в этом конкурсе нужно работать на неправительственной организации. Поэтому мы и запустили проект «Рита без границ». Поймал! Поймал! Завтра мы должны представить доклад на конкурс, а у нас только 3 трески! Похоже, время для плана «Б». Сайт конкурса. Претендентов много. Я люблю конкурсы, где нужно собирать крышечки из-под йогуртов. No. Нет. Не дайте ему уйти. Добро пожаловать на конкурс. Спаси себя, если сможешь. Бэт, нас преследует баг. Мы в лабораторном компьютере. Возвращаемся в нашу камеру. Мой компьютер еще не работает. Тогда мы пропали. Переходите на USB. Потом на внешний жесткий диск. И скажите мне, когда будете там. Бет! Есть! Да! И что теперь? Погодите, пока Бет не присоединит нас к компьютеру, мы не можем выбраться. Прекрасно!
Все хорошо. Мэнди, можно одолжить твой коммуникатор? Мы видим дым из ангара на базе Пангея. Повторяю, дым из ангара на базе Пангея! Клюнули, как треска на нашей удочке. Достаточно. Пора применить план Б на практике. Теперь это наше исследование. Они могли бы разбогатеть, но эти глупые ученые предпочитают отдавать свою информацию неправительственным организациям. Сохрани все, что находится на компьютере. Быстрее, они возвращаются. Лу! Если они не знают, как воспользоваться своим открытием, мы это сделаем. Странно. Наверное, они ошиблись базой. Эй! Эй! Кто-нибудь видел мою флешку? Могу поклясться, что оставила ее. Все пропало. Доклад, его здесь нет. Не понимаю, почему Бет так долго? Я хочу выйти отсюда. Мне скучно, мне скучно, мне скучно, скучно. Бет! Бет, вытащи нас отсюда! Мы не могли найти лучшего сокровища во всех южных морях. Теперь нам просто нужно изменить несколько вещей, так чтобы не было очевидно, что это работа тех идиотов. Сделано! Мы богаты! Осторожно, босс, осторожно! Джули, почему же ты не сделала резервные копии? Прости, Нил. Конечно, поскольку ты так организован и всегда все находишь. Мэнди, не было ничего на жестком диске? Ничего. Файлов нигде нет? Нет. О, господи, дебиты не могли исчезнуть. А что теперь, босс? Вы подключили флешку, а ничего не случилось. Она пуста. Она ничего не стоит. Прочь с дороги. Я должен послать наш рыбный проект. Мои дебиты пропали. Поищем решение. Можно же что-то сделать. А что, если это вредительство? Саботаж? Но кто мог это сделать? Может, эпидемия? Сделано. Все документы подписаны Рита без границ. Мы можем его отправить. Наконец-то выбрались из этого крошечного жесткого диска. В конце концов, мы в неизвестном компьютере. Если мы не на базе, где мы? Где мы? Молчи, чтобы нас не заметили. С документами мы точно выиграем конкурс. Босс, это можно отправлять? Следуй моим указаниям. Прикрепи документ и... отправляй! Мокенель, Морган и Лу. Кьюс, злодеи! Сколько времени и усилий вложили в это родители Бет? Ну, если уж мы здесь, должно быть что-то, что мы можем сделать. Да, да, да! Достать их! Да, нет! Да, да! Нет!
Что происходит? Я сделал то, что вы мне сказали. Стойте! Open the door. Откройте двери. А теперь вы подтолкните их в шаттл. Ерсай любишь командовать. Не жалуйся, идея замены файла вложений была твоя. Вот это командная работа. Да! Что не так с этим куском хлама? Снова здорово! Ничего нельзя сделать. Мы должны смириться с потерей. Something случилось ужасное. Я потеряла эдебитов. Потеряла? Ты их потеряла? Не волнуйтесь, будут новые исследования. Мы получим еще один шанс. Вот увидите. Бет! Бет! Выключи эту музыку, мы и так на нервах. Поздравляю, Бет! У нас есть сюрприз. Да. Ты случайно не это ищешь? Браво, эдебиты! Посмотрите, что я нашла! Но, Бет, как ты это сделала? Ты сокровище! Поздравляю, Бет! Расскажешь позже. У нас нет времени, чтобы проиграть. Давайте отправим документы. Я достану вас, эдебиты! Когда мы вышли из флешки, мы знали, что были в странной машине. Мы обнаружили, что Морган и Лу посылали документы проекта под своим именем. И мы решили сделать... кое-что. Какие документы вы послали на конкурс? Некоторые очень художественные фотографии. Рита без границ. Похоже на нарушителей без границ. Найти этих ребят. Хорошая еда, Лу. Наш следующий банкет будет с устрицами и икрой. Спасибо рыбе. Плану Б. Не думаю, что эти двое подозревают о том, что будет с ними.